котенок Шапик. Ему год. Сейчас. Это из двух, один из двух котят, которых привела кошка Муся в прошлом году к нам. И мы их взяли себе вместе с кошкой Мусей. Мы думали, может быть, отдать кому-нибудь. Но кому нужны котята, которые не даются в руки? Они были совершенно дички. Ну, они пришли, когда им было уже около 2 месяцев. И, конечно, они... Ну, не совсем дички, конечно. Они подходили поесть. Но человека они боялись. Шапик еще ничего, а вот вторая девочка вообще не подходила близко. В общем, потихонечку... Они где-то уже к 4 месяцам здесь на даче, к 5 месяцам, к октябрю. В октябре уже где-то были в доме, бегали по дому, ели с руки. Но на руки, конечно, не идут никто из них до сих пор. Шапика можно в руки взять, погладить, он там не очень против. Он ни разу в жизни никогда, даже когда я его в его детстве ловила, чтобы посадить куда-то в переноску, чтобы что-то сделать такое. Он ни разу меня не укусил, не оцарапал, никогда. Ну, сестра его чуть-чуть бывала у нее, она царапалась. Не кусалась никогда. Когда ему было 9 месяцев, его кастрировали. И вот он теперь такой хороший, толстый. Он уже больше 5 килограмм весит. Ну, 5 точно весит. Не знаю, наверное, будет очень большой кот. Они же до 3 лет растут, коты. Вот он, Шапик. Сидит рядом со мной и ждет, когда я ему дам какой-нибудь еще гостинчик. Делает вид, что он вылизывается. Хороший мальчик. Очень хороший котик Шапа. Просто у него на голове серая такая. Когда он был маленький, мне было сложно определить его пол. Я не могла понять, кто это. Как-то раз там схватила его, посмотрела, но подумала, что это самочка. А потом и назвала его Шапочка. Условно, потому что на голове серая шапочка. Но я думала, что я отдам кому-нибудь, он там люди переименуют. Он уже к 3 месяцам выучил свою кличку. Приходил на нее, на кличку приходил, чтобы поесть. Уже стал, потом выяснилось, что он все-таки кот, и что это Шапик, а не шапочка. Вот такой вот хороший.